Всем привет! Сегодня... Сегодня среди подписчиков я сделаю розыгрыш на револьвер «Пламя» прямо с завода. Так-то будет три победителя. На первом месте у нас револьвер, на втором у нас ВК-стикеры и на третьем валюта в нашем боте в Дискорде. Про револьвер я уже рассказал, сейчас буду рассказывать про второе место, то есть про стикеры. Ты, если займешь второе место, ты можешь выбрать любые стикеры до 10 голосов. Я тебе их отправлю. А на третьем месте у нас наша валюта в нашем боте в Дискорде. 50 тысяч нашей валюты, на которой можно открывать кейсы в CSGO и получать шляпу. Но сейчас что-то бот перестал работать, так что мы разыграем вместо этой валюты, наверное, скин на MP5 «Пустынная атака», поношенный. Ну а для участия в этом конкурсе нужно заполнить вот эту анкету и все. Шутка. Для участия в этом конкурсе, первое, нужно подписаться, второе, нужно перейти в нашу группу в Дискорде, и третье, написать комментарий, поставить лайк, и комментарий надо указать обязательно в свою соцсеть, где мы свяжемся. Конкурс закончится, когда на видео наберется больше 300 просмотров и больше 50 комментариев. Победитель будет выбран на прямой трансляции и... будет выбран рандомный комментарий. Если победитель не отвечает в течение часа, то будет выбираться другой победитель.